И снова здравствуйте, всем привет. Итак, что-то захотелось сделать пачку денег, долларов или рублей. Давайте посмотрим, как это делается. Попробуем. Так, куб. Так. Вот с кубой будем. Единица на нампаде, N панель, скрин каскей, чтобы вы видели, что я буду нажимать. Итак, первый раз вот делаю. Но я до этого делал бумагу и, в принципе, как бы это все дело обыграть, да? Давайте выберем вот этот куб. Так, чтобы придумать. Теперь Shift-A, подгрузим image план desktop, найдем, где у нас тут деньги. Так, текстуры денег. И вот у нас тут, значит, долларии. Давайте долларии подключим. S панель. Так, S семерка на нампаде. Сделаем R. Тройка на нампаде. Сделаем R. Так, что у нас получилось? Посмотрим. Получилась вот такая штукенция. Значит, семерка на нампаде, отсюда будем плясать. Так, так. Значит, edit mod. Так, edit mod. И попробуем, значит, какую фишку. Значит, что сделаем? Так, M, Alt, Center. Теперь, значит, G. Подведем ее к какому-нибудь углу. Вот к этому. Теперь E. Вытягиваем, значит, нашу вершину. Теперь E. Вытягиваем еще нашу вершину. Теперь то же самое, английское E. Выделяем вот этот кант. Е. Как-то вот здесь она идет, наверное, здесь как свертыш. И здесь, значит, вниз. Теперь Е тянем до конца. Где-то вот так. И теперь выбираем через Shift еще вот эту вершину. Делаем M, Alt, Center. Соединяем и G. Подравниваем, значит, все это дело. Так, ну вот, вроде бы как бы так бы. Английская A, английская F. Закрываем. Почему такая штука получилась? Потому что план, значит, вот эта картинка у нас неровно. А ну-ка, раз. Единица на нампаде. И тут тоже косячок. А ну-ка. Опустим ее теперь чуть пониже. Так, повыше. Пониже, повыше. Ну, как-то так-то. Не суть вопроса. Так, теперь что делаем? А теперь мы делаем какую штуку? Пока вот этот, значит, план отключим, семерка на нампаде. И получается, что нам нужно. Так, пардоньте. Так, что-то он как-то, мне кажется, единица на нампаде. Как-то все это дело кривовато, да? Угу. Сделаем R. Чуть-чуть поднимем. Ну, если что, потом подровняем. Ладно. Теперь, опять же, это отключаем. Выбираем
нашу вот эту заготовку, выбираем Edit Mode. Так, выбираем английское, значит, английское А. Так, теперь нужен нам Mark Sim. Выделяем, здесь будет проходить развертка. Заходим в UV Editor, семерка на NumPad. Делаем UV Unwrap. Вот у нас тут все развернуло по вот этой вот выделенной штукенции. Теперь текстура Paint, так, шейдинг. Подключаем Add текстура, Image текстура. Подогнали и находим этот Даларий. Так, где он тут? Так, тут у нас все перевернуто. Заходим в UV Editor. И находим, значит, английское А. R. Перекручиваем наши деньги. G. Подводим ее, значит, к нашей картинке. И тут уже нужно, значит, ее по нашей деньге. Подогнать. Так, смотрим, теперь заходим в layout. Вот у нас получилась деньга. Заходим в шейдинги, добавляем новую текстуру. Add текстура, image текстур, base color и подключим desktop, текстура денег. Вот такая штука, значит. UV Editor, английская А. И все равно она у меня на эту сторону. Так, может тут как-то она разворачивается. Так, я это не знаю. Ладно. А что если так? RX 90. RX 180. И один фиг она на эту сторону, да? Так, а если попробовать другим путем, да, значит, Edit, Clear, и просто сделаем UV Editor, так, Cube Project. Вот Cube Project и нам подошел. Без всяких Марксимов, Юимов. Ну, такая штука, значит, сработала. Английская А. G.
Тройка на нампаде Shift A. Делаем Mesh, делаем давайте куб. Теперь все это дело сплюснем. Подгоним. Опустим. Еще раз сплюснем. Подгоним по деньгам. Так, здесь, значит, нам нужно растянуть. Еще побольше растягиваем, подгоняем по всей купюре. Так, и по купюре надо ее еще сплюснуть. Угу. Есть такое дело. Ну и чуть-чуть, значит, растягиваем. Нелегкая работа такая. Так, тройка на нампаде. Теперь все это дело поднимаем. Единица на нампаде. Где у нас тут деньга? Еще раз растягиваем. Один край выравниваем. Так, семерка на нампаде. Подгоняем, уменьшаем, заходим теперь в Edit Mode, ставим прозрачность, если получится, да? Не получается. Так, значит, будем делать на ощупь, да? Тоже не прокатывает, а ну-ка. Тогда будем вот по краю так делать. Добавляем вот сюда вот так вот луп. Или давайте посередине, пусть и будет. Так, теперь добавляем луп сюда. Еще один луп. Значит, чуть пониже, наверное. Так, пока эту протестим. Так, есть такое дело. Ставим вершины. Выбираем две вершины. Семерка на нампаде, значит, это... G. Так, это значит G. G. E. Что-то такое получается. Это F и английская А. Делаем F. Так, закрываться не хочет. Ну, в чем проблема? А ни в чем. Выбираем наши вот эти полигоны. Сейчас будет косяк, шиздец какой, наверное. Так, две половинки есть, конечно, тут вот этот вырез, но мы его сейчас обыграем, не проблема. И добавим, наверное, сюда.
Так, тройка на нампаде. Добавим Shift A, Mesh, добавим куб. Единица на нампаде, значит, все это дело сплюснем. Семерка на нампаде подгоним под нашу монету, вот эту деньгу. И все это дело расширим. Надо было купюру без вырезов, значит, находить. Было бы лучше. Так, вот эту я пока скрою. Можно английскую H нажимать. Так, все это пусть одна торчит, одна не торчит. Так. Угу. Так, это повыше. Это теперь повыше. Ну, чтобы не просвечивалось, опять же. Так, и теперь вот эту штуку нужно расшить. Заходим в Edit Mode. Английская А. Edit. Mark him. И вот теперь заходим в Object Mode, находим, так, значит, UV Editor и жмем UV Unwrap. Хреновато по кубам все это дело разбилось. Ну, давайте пробовать. Так, теперь Layout, шейдинги, новое. Подключаем Add текстуры, Image Texture, Open, и, значит, находим вот эти наши вкладки денег. Заходим в UV Editor, английская, значит, А. Здесь тоже колесико крутим. Ставим, чтобы видеть, что тут произошло. Ну, в принципе, что? За исключением одного бока. Так, за исключением одного. Так, это где у нас тут полигоны? Вот он. За исключением вот этого полигона. Тут все легло вроде бы нормально. За исключением двух даже полигонов. Значит, нужно этот полигон R перекрутить. Так, он лег, да? Теперь делаем ему S. Теперь выберем этот полигон и перекрутим его R тоже так. Так, а ну-ка S. Так, Ctrl-Z. Делаем S. G. Что тут получается? О. Можно даже G перенести куда-нибудь. Вот тут теперь что у нас выходит?
Что-то нифига не выходит. Так, а если эти полигоны выбрать G? Во. Английская А. Делаем S. G. Так, вроде бы попало. Так, это попало. Вот этот полигон вообще классно попал, да? Значит, получается, а ну-ка. Английская А. И делаем ему S. Во, вот так будет, наверное, получше. Так, этот полигон. G. Этот хорошо, Лёх, этот хорошо, этот тоже. Так, вот с этим чуть непонятно, да? Ну-ка, делаем его еще S, S, S поменьше. О, вот так будет, наверное, получше. Так, пачка денег есть. Так, включаем видимость второй купюры. А вот эту теперь семерка на нампаде. Так, единица на нампаде, делаем Shift D. Опускаем. Чуть-чуть ее сплюснем. Так, теперь G поднесем поближе, чуть-чуть выдвинем вперед, вот так. Теперь Shift D. И Shift D, такая пачка будет побольше, да? Угу. Так, тройка на нампаде. Теперь надо ее перевернуть, чтобы, ну как. Фейс лица был хотя бы на нашей этой модели. Так, что она тут опять капризничает? Это купюра. Так, тройка, единица. Где она тут провалилась? Во. Что там какая-то клеенная. Не суть вопроса, да? Так, теперь делаем ленту. Добавляем Shift A. Добавляем Mesh. Добавляем куб. Семерка на нампаде. Делаем, значит, с куба. Выбираем вот этот куб. Заходим в Edit Mode. Английская, значит, А. M Out Center. Смотрим. Так, привязано, значит,
Где она тут? Что-то я ее не вижу. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, а ну-ка вниз опустим. Английская M, Alt, Center, G. Я ее не вижу нифига. Что у него за липуха тут включилась? А, вершина не выбрана, пардоньте. Так, значит, тройка на нампаде, делаем Е. Опять что-то не тянется. Английская А. G. E. Так, дальше E. Сюда тоже E. Выбираем две вершины. M. Alt Center. Подгоняем их, значит, чтобы она не западала в нашу пачку денег. Так, семерка на нампаде, английская А. Отодвигаем. И значит у нас теперь Е. Вытягиваем сюда ее. Ну, вот такая штукенция. Закрыли, правда, нашего президента. А, не нашего. Ихнего, да? А может, уже и нашего. Черт его знает. Так, теперь нужно подгрузить сюда текстуру. Значит, делаем английское А. И так. Edge. Mark Sim. Object Mode. Делаем. Что мы делаем? Делаем шейдинги. New. Add. Текстура. Image Texture. Так, десктоп. Вот такую бумажку я тут нашел. Заходим в UV Editor. Английская А. А, так, я не сделал unwrap. Так, что тут получается? Так, первое. Выбираем полигоны. Что у нас с этим полигоном? А этот полигон должен делаться S, G. Так, теперь через Shift можно вершины выбрать, чтобы сразу вершинами работать. G. G. Так, есть такое дело. Теперь выбираем вот этот полигон. Как бы его обыграть, да? Значит, R. G. Делаем R. Переворачиваем назад. Тут я чуть-чуть косиканул. Теперь, значит, выбираем, делаем S.
Переборчик. G. R. И вот так вот просто я. Так, а если сделаю S? Так, английская A, S. Увеличиваю, тогда нужно ее G уменьшить. Так, тут по линиям его попало. Теперь вот этот полигон выбираем. Та же самая шняга. Можно только теперь сделать вот таким вот образом. Сделаем S. G. Перевертыш. Так, теперь английская А, и надо, наверное, ее S уменьшить. А ну-ка, что тут происходит? Угу. Так, это также. Ну, такая вот картинка. Скан такой, да? Так, что тут у нас получается? Английская А, G. Ну, это тоже такая штука. Это делаем S. Ну, в принципе, все there good. А ну-ка, layout. Прикольная банкнота. Так, теперь вот этой вот штуки можно добавить. Solidify, наверное. А ну-ка, чтобы со всех сторон вышло. Да, вот хватит только чуть-чуть. Ну, а теперь, если нам нужна вот эта вся контора, вся вместе. Так, объединяем. Так, вот этот куб, это что за куб? Через Shift все выбираем. И делаем Ctrl-J. Все, теперь это у нас одна пачка с баблом. Ее можно разъединить, потом будет, если что-то там потоньше сделать, уплотнить. Что-то переделать. Можно заменить будет вот эти все текстуры на другие бабки.
Ну и зашибись. Так, семерка на нампаде. Лифт. Что у нас тут получается? Значит, вот такая пачка банкнот. Ну, мало ли для игры какой-нибудь там в чемодан положить, да? Ну, думаю, может быть, пригодится кому такая штукенца. Вот берете теперь чемодан, только найти Shift D. Вот так вот, хоп. Допустим, одну пачку. Так. Тройка на нампаде. Можно одну пачку перевернуть. G. Подставить к этой пачке. И вот уже разные купюры понаделать. Верхний можно, это я вот не ту текстуру взял, надо было ровную деньгу найти, без вот этого косяка, да. Ну, что было, короче, то и нашел. И вот теперь у нас бабло. Так, вот такая вот штука. Подставляем чемодан полный бабла. Сейчас мы бабла тут поднакидаем. Прям как Форт Нокс. Вот на этом всем пока, до свидания. Вот так вот получилось. А ну-ка, а если, подождите. Если сделаем всему этому шейдер смут. Шейдер смут. Допустим, давайте вид посмотрим. Шейдер смут. Шейдер смут. И тут тоже, да? Так, уже вид не очень. Значит, надо нормалс найти. И что тут? А ну-ка. Ничего вроде. А ну-ка, эту если. Да, нормалс вот включаем. И все тогда. Сглажено, все зашибись. Хотя ее сглаживать-то и не надо. Ну, в принципе, тут же нету этих таких ребер много. Так что, в принципе, не надо. Вот такая вот информация. Все, всем пока.